В Бурятии завершился масштабный дорожно-строительный сезон. В этом году в республике отремонтировали более 180 километров, в том числе 104 километра региональных и местных дорог Улан-Удэнской агломерации привели в порядок благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Ездили по ухабам, дороги у нас здесь не было, конечно. Вот мы сейчас рады, что у нас дорога появилась. Об этой дороге мы, конечно, мечтали всю жизнь, вот сколько мы здесь жили. Никаких претензий нету к дороге, дорога хорошая. Благоустраиваются города и села. Ремонт дорог идет под многоуровневым контролем, в том числе со стороны заказчика, Минтранса Бурятии, администрации муниципальных образований, независимого стройконтроля и общественности. Все материалы, применяемые при ремонте дорог, проходят лабораторный контроль. В этом году мы приступили к реализации проекта, он переходящий на следующий год. В нем, значит, будет использованы золошлаковые отходы в конструктивных слоях дорожной одежды. Применение новых технологий позволяет нам увеличить срок эксплуатации дорог, а также в некоторых случаях мы достигаем снижения стоимости реализации объекта. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» планируется к реализации до 2030 года, а потому дорожная сеть республики будет и дальше развиваться.